Все, хотим цветок убить этот ночной зубастик. Алексей. Да-да, он, смотри, он прям очень яркий. Да идите в вора, валите, нафиг он этот зубастик. Убьем сейчас. Но мы все равно вправо пойдем, убьем. Сейчас опять легкий пролетит, там крит на по улице. Там крапива уже не поможет. Ну да. Я боюсь за Леху. Мы боюсь. Все боимся за Леху, но мы готовы рискнуть им. А, я хожу, блин, что я стою. Забрасывает Леху просто в этот цветок. Ух ты какой. Ебать, у него какие-то эффекты висят. Нет, это у него иммунитет, а кровотечение, оглушение. Я говорю, какие-то эффекты хорошие, видимо. О, нормально, хотя бы побольше урона, чем голем. Этот просто мягче. Просто мягче. У голема слишком большая броня. Ох, нихера. Получай, подорожник. Коренечан. Опыт. Сразу сожрал, даже с кем не поделился. Да, такой каджит. Имя не делится. Коренями ученых. Я же ученый. Как я говорил, я ученый. И эти вещи необходимы мне в моих ученических исследованиях. Что, вора отпинаем сначала? Ну да. Он тут по прямой, считай. Это недобитые там дойдете потом. Столько всего интересного на карте. Это вы DLC новый проходите или что? Да. И что, как впечатление? Прикольно. Что-то это новое прям кардинально ввели. Поэтому вору очень сложно пройти, нужно через флотский порт идти. А, вот так. Ну, так по кругу, да, то есть до самого берега нужно доходить. А, еще скелета убить себе. Блин, какой же я медленный. Да я знаю, что она была зачищена. О, тут еще какие-то этот, у вас отсчет какой-то крупный, да, идет? Типа все да. Хуже будет становиться. Да, именно. Он че, кобольд. Так, что, мы с Лехой, я думаю, его завалим. Ну попробуйте. А че, рыси нельзя? Или он не успел добежит? А он сожрал коренье ученого, мы теперь с ним не дружим. Просто у меня грязь твой друг. Просто у меня уже, да, уровень 4, у них 3, им нужно подкачаться, чтобы быть достойными. Ну да, вот мне чтобы ребятам отдать, блин, коренья, чтобы они немного... А он не хочет, чтобы мы были достойными. Ревущий рух, ободрение. Ободрение или вдохновение? Ободрение. Ну, у Алексея, по-моему, есть такая-то способность уже. У него есть ободрение, да, вдохновение есть. Он ободряет и вдохновляет. Вдохновляет и ободряет. Леха такой. Жеребец лихой. Подайте суп. Да, да, я такой. Потешно. Леш, он тобой потешается. Я бы не стерпел. Да Грою потешаюсь, она интересная. Интересно наблюдать. Я все записываю, смотри. Смотри, так дворф встанешь. Чё-то я не понимаю, в натуре надо обходить... А, все понял. Через низ, да, где Лёх стоит, через... Можно в лагерь мерлингов, учеников. Алексей жаждет битвы. Вот, их трое будет, да, такой? Да. Ой, карманник! Башбородку спёр! Слушай, это нужно это, валить карманника. Да. А он сможет съебаться, да, сейчас? Да. Да. О. Никто не убежит. Просто вместе с этой башбородкой разрубил все подряд. А, по яйцам не попал. Высоко взял. Высоко взял. А, он еще защищен теперь. Ну, толку нет, наверное, начитывает.
Ну, у тебя был неудачный бросок. Это ободрение помогло. Угу. Блин, прикольно. У нас такой скелет, конечно, модный в доспехах с щитом. Шапки. Мне эти крылья нравятся. У него еще рога там под шапкой. Демонические. Рога под шапкой. О! О-хо-хо-хо! Я увлажнен. Осталось только загореться. Он тебе массаж всего тела собрался быстро делать? Подожгите меня чем-нибудь. Бусборода. Бусбородка, да. То, что у меня украли. Да. Дайте. О. Всегда физическому урону. Прикольно. Чё, о, кто у нас это? Мастер отмычек сегодня будет. Ну, Лёша. Алексей Плут. Да разве не ты? Не, дайте, у него талант. Что, броня, уклонение? Истинный баг, да. А, почему ты тоже выбираешь? Со щитом? Тогда одевай, если нужен. Почему ты выбираешь? А там по очереди просто идет. А. Слушай, что? Каждый раз ты выбираешь, или каждый раз выбираешь? Или... Взять мне его или тебе кармач? Если тебе нужен, бери. Тебе нужно, бери. А если нет, отдай мне. Тебе нужно. Ты не знаешь, что лучше, броня или уклонение? А у тебя сколько там он что дает? Уклонение лучше. Я тебе сейчас отдам этот щит, который я снял. Ой-ой-ой. О, сундук. Опасно. Че, вот продолжается. Дай. Еще даже не выпало. Дайте. Вот, это бамбуковый. Бамбуч. Магический заряд. Бамбуч. Бамбуч мне, пожалуйста. Так, что у него есть? Одиночная цель 11 урона. Волна одиночной цели игнорирует сопротивление. Отлично. А, с уменьшением точности. Да, и с уменьшением точности волшебный снаряд. О, 20 урона. Прикольнее она. Как бы исцеление группы у меня и так этот чипец, да, еще? Надо. Который я никак не могу снять. Не можешь, нельзя тебе его снимать. Все пытаюсь. Уклонение увеличивай, кармыч, увеличивай. Так я тебе щит могу дать? Не, не могу. Ну, попозже тогда. Так, нам сейчас куда надо? Пора, вот. А, вор, точно. Это город. Воров! Там по пути скелет еще валит. Угу. Корабль какой-то. Это наш. Красиво, если я так подумал. Потрепанный такой. Так, стой, я сейчас тебе дам щит. Стою. Щит. Не надо. Сейчас тебе дам щит. Ну как, нравится тебе щит? Держи. Ну да, слушай, он покруче, чем деревянный мой. Это потому что он прочный. Он очень прочный. Ладно, красивый. У вас все, по-моему, по этому, по моде делается, а не по характеристике. По моде только у Алексея, у него самые модные туфли. Угу. У меня вообще шлёпанцы. Ладно, чё перебеднее, с таким чепчиком неважно, что ты одет. Чепчик такого лекаря вообще. Ну, это у повара, скорее, наверное. Да не, по бокам, как у госпитальеров раньше был. Ну, да. Нет! Прощайте, монеты! Деньги, мешочек с трутом, нормально? Так, нужно центрального валить. Понял. Да. Охуели. Хулиганы. Хулиганы. Негодные. Ну, чё. Лёша, центрального, что ж ты делаешь-то? Он же сейчас убежит. Лёша слишком взволнован фактом ограбления. Ооо, просто аннигилировал. Отлично. Золото он высыпалось. Из него все высыпалось. Да ты задрал. Золотой корень. Охуели, X2. Леша даже в этот... Лень был бежать к врагу, чтобы пинать его. Он просто что-то сыграл, и он умер. Так, Кармыч, хватай корень твой. Мешок с трутом, Лешин.
А мне-то мои. И отмычки. Надо, кстати, тоже золотой корень скушать. Да, безы. Фокус-то установить. Чисто. Все? Что нам теперь? Куда? А, вот, нам в храм древний. Да, рядом. Он рядом. Куда? Такие три меточки стоят. Там будет triple penetration. Я надеюсь на это. Надейся. Надеюсь, надеюсь. Да сам не плашай. Что, что случилось? Ух ты, ролик. Учись. О, это какой-то этот. Ловушка с булочкой. Ловушка с булочкой. Отмычки есть? Отмычками ее можно обезвредить? Пинай просто, Лех. Ну или так, да. Отлично. Так, мне нужно корень ученого скушать. Такой звук был, как будто что-то открыли. Ученость, ученость, вперед. А, я сейчас тебе, кстати, башбородку отдам. Отдай мне мою башбородку. Что там, сумка, по-моему, полная уже, куда тебе? Башбородок много не бывает. Ух, нифига себе. У меня, видишь, какой сундук целый с башбородками. Блин, если опять голем крита. Это монгол у нас. С усиками с белыми. Элитный древний шаман. Элитный древний шаман. Элитный. Ну, как карма еще, голема валит нехуй, по-моему. Я даже пытаться не буду. Сейчас Лёшка ауешит, я надеюсь. Ну да, побойся. Ну, или нет. Что за сопротивление такие? Ну, это голем, наверное. Ну все, шаман или голема? Шаман. Ну, давай с шамана начнем. Шамана. Шамана. Фух, разбитал. У меня палочка в этом. Нет, почему меня? Мое магическое камфу. Это что произошло? Вы не забудьте меня, когда битва закончится. Карма, что стал каменным героем. Ну-ка, наполни мне фокус. Наполни фокус, говорю. Поклоняйся мне. Наполняй мой фокус полностью. А если на него пописать, он снимет сайт? Так, или... хватит вот эти идеи пробовать. Лёха говорит, лечи. А чем? У меня посох-то другой. У тебя же чипец. Лечение общее. Я снял посох лечения этого. Чипец у тебя есть. Нет, это не лечение группы. Он имеет в виду... У меня посох был, который снимал эти... А, окаменение, понял. Да, который называется лечение. Типа. Ну сейчас подожди, убью голема, проверим. Ты это раскаменеет. О, как мне полегчало. О, что, что было? Что было? Ты как этот из ванны. Как все этот доходит. Из ванны? А. Ну понял, да, ты-то. Лук рыбака. Ханасоло этот. Господи, Боба Фетт засунул в этот. Да. Лук рыбака. Ты что, на рыбу с луком можно ходить? Еще одни запасы Хильдебранда. Танцующая крапива. Танцующая крапива. О, прикольно что. Так, все, лечу, да, группу, наверное? Да. Так ты вообще, кстати, мог как и менять. У тебя, блин, глаз-то нет, чтобы на них смотреть. Так получилось. Так получилось, старые кости заржавели. Пошло поливить. Ну, Лёша достал. Вон же. Чё это они первые охоты хиры? Угу. Да ты заколебал. Мне нравится мышам опускать хп до одного. Вот если бы ещё навесил там кровосечение, прям было бы нормально. А Лёхе опять ауишник. Ну или так, да. Он любит ошеломлять. Ошеломительный Алексей. Ошеломительный Лёх. Ошибил. Вот ей-богу. Ну добей эту мышку, наверное. А бесёнок нас нет? Ну, а мышку хотя бы добить можно, а бесёнка хер поймёт, ты добьёшь или нет. Опа! Всё, не слушай. Или так, или так. Блин, я так и знал, что надо было валить долбаную мышку.
улучшение жизненной силы. Ты в жопу со своим отравлением. Иммунитет, иммунитета к воде. Ну как обычно, да, вот как обычно, у, блин, противника остается там одна единица хп и критует персонаж, как всегда. Закон подлости. Лёха просто, не знаю, пинает вот шамана как может. Класс. Так, он в броне, да? Что-то не Анзания не выходит. Не получается, да. А чё смысл его глушить, бро? Он всё равно ходит же на свой ход. Ну, он по шкале инициативы отъезжает, да, дальше. А, там. Это ж по шкала хода, он ходит подальше. Да блин. Да что-то прям хорошо косит. А чё не кританул-то? Чё не кританул? Со стороны, ну, комментирую себя гораздо. Ну вот, вместо чипца надену. Нет, нет, брось. Ну, пошли, возьми тогда потеряешь. Правильный посох. А, да, у меня посох. Блин, не хочу. Вот тебе и дудочку, и кувшинчик, да? Хочу все. Ты сейчас группу лечить не сможешь. Ну, я могу переодевать эту шапочку. Сейчас лечите вас или нет? Там можно разочек. Разочек можно. Ланчик. Класс. Крона. Морозная сфера. Использует полный боевой разворот. Ну, полный ход тратится. Люха меня опнул. О, это Алексей чу-чу должен открывать. Ща. Ща будет круто. Им это неинтересно. Просто не в шлеме для выбивания. Он сыграл на отмычке и открыл дверь, прекрасно. Сыграл на отмычке. Реалистично. Главный жрец ритуал. Чужаки, что вы здесь делаете? Сгиньте! Воин обезьяна. Это чувак в костюме обезьяны? И с погремушками? Он самый опасный. Я вижу голем, охеревший так и стоит. Блин, эти чуваки не со мной, извините, пожалуйста. Я их не знаю. Так, кого? Обезьяну убить? Ну да. Жрец опасен, но обезьяну убить лучше. Не помог ему костюм и погремушки. Странно, должен был, должен был. Должен был, да. Фига себе, он блин. Он себя будет хилить, прикинь. Что, с него начать тогда? Ну, голем-то не пробьешь просто. Жреца так будем пинать? Или голема? Ну, давай жреца, мы сейчас добьем его. Сейчас каждый по удару сделает. Угу. Правильно я говорю, Хаэра? Хаэра? Ну, он к нам на Ричму пришел в Дискорд. Да? Украдкой, да. Я думаю, я один такой говорю, Стив. Говоришь. Получай, жрец. Класс, размотали. О, я так и знал. Классно. Блин, эти големы, мне так просто... Просто больно на него смотреть. Он так там Лёшка умрет скоро. Ну-да. Ну, я думаю, у него травы есть. Их нельзя применять. Да мы сейчас убьем его. Надеюсь. Алексея? Нет, голема. Своей безалаберностью убьете Алексея. Своей безалаберностью убьем Алексея. Да.
оздоровления, грипп из пещеры. Чё ты съел грипп из пещеры? Лёха, Лёха, что ты делаешь? А, он съел грипп, чтобы не сдохнуть. Зачем? И отравился. Потому что он тебе не доверяет. У него интеллект, что штраф теперь интеллект за это. Ну съест этот ведьмин, как там. Зато ему хорошо, неважно, на штрафах. Да ему хорошо. Ему же хорошо. Ему же плевать на ее штраф. Ну вот Лёхе, кстати, съесть. Да, ешь крапиву. Женьшень. Ешь крапиву. Женьшень, наверное? О, это моё. Да. А у меня такая же есть, ха. Ну может там рыхать туристы. О, точно моя призрачная ириска. Ты задрал, блин, жрать и одевать все, что мы находим. Дай мне призрачную ириску, пожалуйста, Алексей. Пожалуйста, дайте мне призрачную ириску. Умоляю его. Умоляю, дайте мне призрачную ириску. Вот, да. Я стану еще сильнее. Он тебе ответит, как Ани. Леха, ты создал монстра. Ладно, не чист. Который тебя хиляет, так что ничего страшного. Че у Лёши до сих пор проклятие глупости? Большой штраф к интеллекту. Проклятие глупости. Так, понял, да. Какие модные рыбаки здесь, охереть. Будешь одевать? С вырезкой для груди даже, смотри, с вырезом. С чашечками. Ну там открываешь, так это молния, и ты груди можно вытащить. Там не молнии, там эти застежки. Не-не-не, там замаскированные молнии снизу, просто застежки. Молния невидимка, да? Да-да-да. Ну ты в курсе, да. Королевская знамя. По-моему, у тебя такая карма еще висит уже, да, штука? Была, я ее поменял. Не, у меня это магический урон и крит шанс, так что... Ну, продадись. Мага зверя, прикольно. Ого. Броня сопротивления, группа, иммунитет к шоку. Ну, лучше твоей шляпки или нет? Не, у меня билд под уклонение. Мне шапка уклонения дает. Ну, у меня просто сбор трав. Ну, оставь. Продадим. Алёха регенерирует. Вы опоздали, ритуалы уже начались. Ваша земля обречена. Когда начнется парад планет, наш шаман... Заткнись, глупец! Теперь я не знаю, ты ритуал! Заткнись! Сам заткнись! Что мы делаем? Так, парад нам не нужен, жизнь не нужна. Давай скверну уберем. Парад вперед по временной шкале, по-моему, тоже. А, ну давай парад тогда. Смотри, сейчас я нажму минус парад. Да. Пропал точно. Парад планет замедлился, у нас есть шанс. А, вы за нее все боитесь? Да. Все гораздо хуже, чем мы думали. Судя по всему, кто-то хочет воспользоваться парадом планеты, устроить катастрофу. Мы просто обязаны найти этих гнусных негодяев. Гнусных негодяев. Залупа нужно идти. Короче, разгромили какую-то вечеринку косплееров и радуются еще. О, вот этого не было. Ну давай. Пинаем его сейчас. Да мы четвертого уровня, да, отпинаем. Сейчас АФК секунду. Ага. Так что можно будет сыграть. И вот. А всем нужно иметь DLC или только хосту? Там как, или ты не знаешь? Ну, я полагаю, что хосту можно только иметь. Там настраивается очень глубоко эти условия победы и сценарии. Ну, DLC-то точно, скорее всего, только хосту. Насчет игры, вот не знаю. Там есть этот Direct Play? Как он называется? Remote Play. Remote Play, всем путаю. Я толком так ни разу по ней не играл. Ну, еще я даже вам готов ее купить. Она там недорого стоит. И 4 пака, по-моему, продается. Я там какую-то игру видел тоже с дайсами. Там какая-то стратегия на градостроительную. Там еще нужно дайсы кидать. По-моему... Стратегия с дайсами? Да, градостроительная. Я, по-моему, кидал даже ее в этот. Или Лекс ее кидал. А, я понял, о чем ты. У меня она есть в виш-листе. Она же не вышла еще. Не вышла, да, еще. Сейчас, может, найду, или ты быстрее найдешь. Дайс Легаси. Да.
Да, Dice Legacy. Ну, занимательно мне показалось. Да, оригинальный дизайн. На месте. Концепция. Кармыч сказал, ну что, завалим голема? И такой, ну я отойду сейчас АФК, пацаны. Он страшный, хоть и малый. Хоть и малый. Что-то он малый-то, на вид так обычный вполне. Так вы все были до этого тоже малыми, которые мы сражались. Мы еще с большого не видели просто. Серьезно? Да. Все големы, с которыми мы сражались, были малыми големами. Ну, подавайте большого. А, даже так, да. Поддать небольшого на блюдечке. Голем или голем? Вопрос на миллион. От слова да. Голый, поэтому голем. Мне тоже кажется, что голем. Не знаю, в героях всегда големами их называют. Кому-то боеготовность надо качать? Это глаз? Да нет, в принципе. Продадим. Он еще какой-то мутный. Вообще он мутный какой-то, да, что-то замышляет. Можно убить потом большого питона. Так, у меня еще два хода или где я? Придушить да. Змею. Придушить. Так, ну я с тобой стану, чтоб тебя... А у меня, по-моему, нет уже вдохновения. Сейчас гляну. Да, нету, я тебя никак не повлечу. Так. Вдохновение у Алексея, да. Так, осталось. Надо Лёше полечить проклятие. Есть у тебя что-нибудь от проклятия? Так у него же, по-моему, ведьмина трава. Да, у меня есть. А ну не забудь принять. А проклятие-то, оно что ему интеллект понижает? Ему он не нужен-то особо. Ну, я имею в виду про... Не хочу быть тупым, пожалуйста. Про бойца имею в виду. Лёхе интеллект не нужен особо. Мама. Знает только её по струнам брынчи. Что он ганнер в дипроке, бард в форзаке. Зачем ему интеллект? Все басисты тупые. Так, гласит предание. Так, гласит басистская мудрость. Как раз ведьмину траву нашел. Именно. Тебе игра было. Говорит, да полечись, на тебе траву. Сбор трав, так. Ну там змея, в общем это большой одноглазый питон. Большой питон, вот это да, хочу напасть. Ой, это же Кармычу, да, подожди, это Кармычу, что я сюда пришел? Так а что ты, ну прошел бы. У тебя иммунитет есть? А, у тебя иммунитет, наверное, который... У меня и сила слабенькая. Тебе нужно. А, сила. Там же бочки таскать, точно. Вытащить, да. Это. Одной правой рукой вытащить телегу. Я постоянно тренируюсь на бочках с бурбоном. Причем тренируюсь левой, тут правая понадобилась. А, в этот раз похуже, чем вчера. Подскользнулся под конец. Вчера я просто был пьяный, я сейчас трезвый. На бурбоне подскользнулся. Пойдем питона убиваем, так, да? Да. Так, а у нас есть свитки еще и этого? Распознавание. Ну, туман рассеять день, посмотреть, что вообще тут вокруг. Ну, что сякой огромный. Так, у него брони нету. Алексей, короче, такая... получилось, что мы на два уровня старше. Прошлый Каткин был чуть ли не наоборот. Помните? Мы вышли на море. Тот раз мы еле-еле нагнали. А хотя мы не нагнали, по-моему. Они все время были нас выше. Угу. На уровень на 2. Так, что у нас есть в инвентаре из свитков? Портал, телепортация, определение. Блин, ты в этой шапочке как сестра милосердия какая-то. Я говорю, госпитальер такой прям вообще. Первой мировой войны. Я так понимаю, тут маленький островочек, ничего такого нету. Нужно, короче, в город бежать. За Тулан. Ты медсестра из Масок Шоу. Эвелина от Бледенс. С бородой. Я что-то, по-моему, не забыл, спрашивал или нет. Ой, я скажу, ёпта. Каразюк, это из «Звёздных войн». Ты что, на Вродайерте, да, играл вот эту русскую? Или чё? Нет? Ещё раз что? Кара Дюн из «Звёздных войн», это вот актриса-то. В «Вродайерте» просто потом кидали. Которая... Джина Карана, ты, наверное, имеешь в виду. Да. Да, да. Она ну что с ней не так?
или нет? В Red Alert и она была, да, Джина Карана из Мандалорца. Да, да, я поэтому... Она играла снайпершу Наташу. Офигительно, я даже не знал. Она боец ММА вообще, ну, изначально. Я знаю, но по ней видно даже. Вах. Вах, 24 монетки. Ведьмина трава. Копье. Ничего себе. Нужно кому такую кожаную? По-моему, карма еще уже такая есть. У меня уже 7 броня. Бичевский жилет выкидывай. У меня же бахтерец. Продам. Так, что у нас по свиткам, господа? Очищение, телепортация. Что ты хочешь, эту туман войны убрать? Да, я понимаю, нет у нас такого свитка. Нету, да. У меня есть. Что? А нет, это очищение. Очищение — это с клетки убирать всякого типа заразу. Да. Если кто-то наблевал, можешь кастануть, и все будет нормально. Ну, кстати, такое тут, ну, по крайней мере... В жизни нельзя так. Здесь такого я не видел, да. Ну, с учетом твоего штрафа к интеллекту, тебе все равно, кто там наблевал и где, вообще без разницы. Точняк. Так. Нужно еще проклятие второе. Чтобы я пускал слюну и бренчал. Один аккорд. И это будут мировые хиты просто. Еще даже не бренчал, а чисто так мизинцем одну струну так тынь-тынь. Мы в город? Ну... Тебе за Тулан по заданию надо. Да, Карамычу все равно зайти в город нужно. Мы-то можем и не заходить, в принципе. Ух ты. Фокус. У меня самая высокая удача. Спасибочки. А я, пожалуй, здесь постою. Может, найду что. Мы пока траву, короче. Там уже зашли в город и купили бы что-нибудь. У вас же бабла немерено. А там... Я могу, кстати, драконью трубку, да, купить. Ну так. С моей шапочкой госпитальера нам пригодится. Смотрим, что вообще в ассортименте-то. Модная шапка. Кстати. Ритуалы, говорите? Бегало тут какое-то дурачье в балахонах в старом храме, пижамной вечеринки устраивали. Ох, и шума от них много. Золотали. Что-то мне подсказывает, что это были не пижамные вечеринки. Надо их немедленно остановить. Разврат, разврат. И шатание. Разврат и шатание, да. А я вот не помню, кстати, когда заходим в квестовую пещеру, всех подтягивает из любого куска карты или только, ну, тоже рядом быть, чтобы всех затянуло группу? Там же, помните, спрашивал, типа, хотите войти группой? Вот, ну, я думаю, что в разумных пределах. Ну, я к тому, что, например, ты попробуй телепортнуться туда, и получится вас затянуть или нет? А где пещера-то вообще? Арена воинов? Арена воинов, да. Пижамные вечеринки на арене воинов. Прости меня, брат. И ты меня прости. Там, кстати, оставался еще набор инструментов для ремонта лодки. У меня уже денег нет. Зайдешь, возьмешь? Думаешь, нужно? Прям. Нам нужен, нам этот потрепало наш плот, кстати. Сигнал бес, нужно спасти этого бедолагу, он не пропадает, там сто пудов, что важный, раз видишь, до сих пор висит этот чувачок. Этот чувачок будет до конца игры висеть, судя по всему. Ну, значит, это не какое-то временное событие, а вдруг это новый герой там, допустим. Леш, или ты, если деньги останутся, возьми набор для ремонта. Древний шаман прям за городом стоит. Пока башбородок скину. Не, нету. Че, может, вы продам? Вы мне башбородок скиньте. Я же хиллер. Вот, да, да, еще больше башбородок. Скидывай мне еще. Заталкивай их в мой сундук. Еще, еще. Господи. Что за... Танцующая крапива. Женьшень.
Мертвый лот. Трава отшельника. Ну, так, ну все, я все квестовые предметы продал, теперь можем вообще играть как хотим. Живите в своем проклятом мире, который сами создали. Да. Я не удержался и купил себе модный берет. Отремонтируем как-нибудь в другой раз. С нами все будет нормально. С модным беретом. В итоге от компании героев останется только модный берет, который будет дрейфовать по океану. У него модные ботинки, мод... ну, короче, барда такого. Стоило того. Сказал Алексей, захлебываясь там в водах океана. Ну, стоило того. Я ни о чем не жалею. Да-да-да, пока этот кракен душит. Так, короче, я посох на всякий случай оставлю. Или посох или шапку оставить? А, да ты оставь и то, они же лечение дают, или как? Лечение группы, да. Все, что с лечением группы оставляет, ты ж не знаешь, какой у тебя в итоге билл будет. Все таскай. Блин. Что, у тебя перфекционист страдает внутренний? Ну просто что-то одно оставить, я бы другое менял. Ну так а если тебе другое выпадет вообще какой-то оверпауэр, мега? И придется второе что-то одевать. Оставь все. Так, ладно. Мать. Трубку и набор для ремонта. Если надо, мы денег дадим. Посмотрела на ваши деньги. Посмотрела на свои. Мы рассчитываем, что там не хватает пара монет вообще-то. Шапка мага зверя нужна, броня. Нам трубка нужна. Нет? Продаю. Королевское знамя, вдохновение. Все продавай, у тебя там ничего нужного нету по классу. Не, а вам вдохновение? Не. Восстановление здоровья. У тебя что? Ревущий рог, да? Ободрение дает. Моя хотеть биться. Хватит. Шли. Хватит там торговать всеми частями тела. Лицом. Так, у меня просто офигенная шапочка есть подмастерье. Ладно, что тут еще есть? Тисовый посох, он двуручный уже. Купи уже эту чертову трубку. Подожди, у тисового посоха у него тоже есть исцеление группы, он посильнее, кстати. Я пока на YouTube смотрю ролик какой-нибудь. Да, это минимум минут 15. Все-таки мой жезл посильнее будет. Ладно. Все, тогда потрепанный воротник. Мир уже распался в прах, прах развеялся. Новая цивилизация построилась. Это как это в первой серии Футурамы, помните, когда он в криокамеру упал? Ты набор для ремонта купил? Нет, он нам не пригодится. Ладно. Арена воинов. Ух ты. Чужаки, схватите их! Не дайте им прервать ритуал! О, смотри, всех втянул реально. Вот, кстати, у этого чувака лук очень похож на тот, который оглушение на всех накладывает при удачном выстреле. Ну, у них какой-то праздник. Да, как а он-то, он, смотри, скелет остался из Mortal Kombat, который на арене еще были люди привязаны. А, точно. Так, наверное, с шамана начну. Элитный воин птица. Элитный воин птица. Элитный воин птица. Как бы шамана я могу, да, сейчас убить, в принципе. Так, я тогда уешну. Давай. Блин, маленький у меня дамаг, конечно.
Вы уже по 30 делаете и больше, а у меня 12 самое большое. Ну что, он как-то сам раскаменеется, я надеюсь. Зато у тебя этот есть. АУИ атаки. Ну, вот анимал дает уже толк, это ощущается. У меня есть оглушение. Ну и добивание тоже хорошее, кстати. То, что ты АУЕшной атакой можешь добить, окаменение. Я так только все время буду окаменелым теперь. Да лучше бы нет, потому что наш бард уже горит. Это должен быть был я! Я должен гореть. Получил опыт, превратившись в камень. Понаблюдал. Вот это уже своего рода опыт. Так, у вас есть такая трава? У Кармыча нет. Возьми, женщин. Готовьтесь, тут их много. Готовимся, пацаны. Летучие мыши. Блин, белая летучая мышь сейчас. Эйс Вентура был бы в ужасе. Да. Они у меня в волосах, они у меня в волосах! Шикака. Шикака. Шишка, шапка, шелуха. Чикаго. Чикаго. Чишки баб. Так, попробую. Не идеальный урок. Не идеальная атака по этой мышке. Ну, попробую побел. Идеальную сделать. А могу ее оглушить. Ну или так. Он ее уже оглушил. Кот вообще дамагер, блин. Блин, капец, вы дамажите. Добивай мышку. Ну, Кармыча просто, видишь, криты проходят, поэтому у него такой урон высокий. Так-то у него 18. Люха мечтательно. 18. Да, это точно. Ой, еще один бахтерец. На второй, наверное, напиливайте. Да, я поддел, если бы можно было. Бархатец. У тебя же все равно такой скелет худенький, можешь на второй нацепить. Плюс 7 броня. Там штраф к интеллекту. А, у тебя, в принципе, тебе без разницы. Я тупой. О, нет, ритуал почти завершен, продолжайте. Малый ледяной голем. Найс, пижамка. Угу. После пижамной пати, реально, смотри. Кот, ты ж нас полечи, а то там Лёхе совсем уже плохо. Напоминай, да. Никак не привыкну, чтобы жбородкой нужно делиться. Лучше бы ты кровотечением его это... Да он и так сдохнет сейчас. Ну то, чтобы Алексей не было. Ну, видишь, Алексей не сделал УЕ атаки, он держит. Ой, блин, иммунитет. Не посмотрел. Почему же добьёшь этого птицу-воина? А то он больно стреляет. Или полечи, полечи. Либо я исцеляю группу. Добей птицу. Нет, я исцеляю. Не разделились. Так, я зачем вас лечил, не понимаю. Ну я бы вот сейчас сдох. Да, да, кстати, он бы отъехал уже. Да что ж такое? Да хватит мазать, ауешь, Алексей, ауешь. Подорожничек. Заткнул. Угу. Подоткнул. Лекаря. Кот такой, это явно не обо мне. Нет! Отлично, отлично. Теперь мы точно затащим. Так, а как кота превратить обратно? Что надо сделать? У нас нет ничего, правильно, от окаменения? Неа. Можешь выпить запасы Хильдебранта. Сейчас, походу, я так и сделаю. Так. Скорость. Который выпитывает урн от атаки. На 100%.
Главное потом не убежать с поля боя. Он сам атаковал. Я растерянность, потому что, да. А. Потеря контроля над персонажем. А, это от бухла. Слушай, да. Какая реалистичная игра. Даже пшик и тот. А у меня даже окаменения никакого, ну, статуса нигде нету. На регене... Нет, не убивай меня! Все, святилищу хана. Лечись, башбородкой. Добивайте голема, наверное. Предлагаю добить голема. Да. Лихорадка хаоса. У меня, кстати, лавка открытия обновлена, что там нам обновилось. Накапливается и передается ближайшим игрокам. Вообще отлично. Минус 2 броня, минус 6 максимальное здоровье, боже мой, нужно чем-то лечить. Радуйся, что ты каменный. Этот, вы съешь башбородку. Да, копыта не откинуть вообще. А я так понимаю, я все это оставшееся время буду каменный ходить, да? А, о! Нет. Все. Кавалерия прибыла. Кавалерия по-прежнему ничего не знает про лечение, судя по всему. Да мы сейчас убьем его. Ковыряля. Кавалерия. Ну, я его не убью. Хотя, что у меня тут? Мне ни хрена нет. Интересно, лихорадка хаоса вообще это... Передаю, ну, с чем лечится-то? Обычной травой ведьминой? Да надо закончить сейчас с боем. Пожалуйста. Слава яйцам. О, это мое, это мое. Мантия мага. Иммунитет к проклятиям. Ну? Мне интересно, что с этой лихорадкой хаоса теперь делать. Так, свиток мне давайте порталы. Давайте мне порталы. Я буду их открывать. Это ты, Каджит. Может, вы остановили этот ритуал, но вам ни за что не остановить великий ритуал Верховного Шамана! Планета склоняется перед нашей волей! Да. Брависсимо. Так. Что, мы парад убираем? Парад, да. Жизнь-то у нас максимум. А скверну, если мы уберем, это исчезнет дед этот? Дед пропадет. Следующий дедок, это явно скверно. Ну мы же хотим его убить, наверное. Нахер он сдался. Давайте лучше парад уберем. Давай лучше деда, он будет ходы нам пропускать. Так мы его придем и отмутузим. Там неизвестно где. Ну, может, он в 100 километрах. А нам все равно с этого острова уходить. Мы, видишь, выполнили все задания. Деда, деда. Двое против одного. Временная вот этот парад, он нам увеличит урон. Ну что, 107%. За деда опыт и всякие эти можно получить, когда мы его убьем. Не хотим, да, деда убивать? Нахер деда. Ну ладно. Дед пропал. Последняя реликвия, которая поможет найти древний ритуал. Они сказали, великий ритуал? В этой книге говорится, что этот ритуал разрушит весь Фару, если его не прервать. Остановить ритуал можно только силой реликвий. Нам нужно больше реликвий. По легенде, одна реликвия хранится у правителя опаленной пустыни, а другая спрятана где-то у меня в древних пещерах вулканических островов. Ты сейчас был как это... Помнишь из Депонии первой части? Самая первая локация? Нет. Или все, что такая?
Женщина, которая периодически срывается, голос на бас. Да, вспомню. Мы не можем забрать, убери реликвии, на это нет времени. Надо выбрать одну и отправиться туда, где она хранится. Куда вы хотите пойти? Как это? Я хочу туда и туда пойти. Так, паленая пустыня или вулканические острова? Давайте в пустыню. Может, да, острова вулканические? Что вы как пусис? Острова вулканические давайте. Ты нам все время проигрываешь в голосовании, кот. Да потому что вы выбираете какие-то очень легкие пути и решения. Почему пустыня легче, чем острова? У меня аллергия на лаву! Вот поэтому, видишь? Если бы пошли в вулканическую пустыню, Алексей бы там умер. Вот выяснилось почему. Там, кстати, герой каменный. Стой дальше, пойдемте в паленую пустыню, переводи дыхание. Блин. Я не могу. Я израсходовал текущий ресурс на сегодня. Пейте, вам нужно больше пить, да. Нет, Гарри, убей меня. Ну, синий. Пустыня так пустыня, в лодку тогда. Самое время чинить наш плот. Или купить что-нибудь такое посолидней. Посолидней денег у нас не очень много. А может и есть. Да на плот сейчас это. Может, ты телепортнешься? Ну вот я так и хочу, да, сделать. Что тебе эти свитки? Вроде недалеко. Так а что ты нас не затянул? Так вы не затягиваете. А, вам далеко. Вам нужно подойти, сейчас скажу, метку поставлю. Вот сюда, либо сюда. Вон к знаку вопроса как раз пойдем. Да. Лёша, дай мне башбородку одну. Города обновлены. Что-то новое появилось. Нет, в этих ничего не появилось. Спасибо. Нам бы, конечно, в бордельчике почилить. Ой, я бы с удовольствием. Я вообще, он совсем дохлый. Я вот как выгляжу, так себя и чувствую. Отлично. Что ж мы с тобой там сделали, что мне передалась лихорадка хаоса половым путем? Ну, и ты стал опытнее при этом. Я стал опытнее, да. Сейчас кот такой мимо нас проплывает. Сейчас лодка тонет. 4 урона и все. Кстати, тут драться, скорее всего, нужно будет, да. Эй. Что ты с ним сделал? Он исчез? Да. Там же написано, лихорадка передается ближайшим игрокам. Я не буду вас на плот брать. Уплывает. Я и сказал, мимо проплывет сейчас. Так, ну что, есть смысл заходить в город? Или ты нас хоть полечишь? А может, от лихорадки сначала избавить? А как от нее избавляться? Наверное, ведьмина травана избавляет, которая лечит все проклятия. Это же проклятие, логично. Но да. В городе есть целитель, который лечит от всех недугов. Написано. Ну, это как ведьмина... Попробуй, скушай ведьмину траву одну. Так у меня нету. Есть тебе две их вон рядом с мешочком с трутом. Такой пятилистник зеленый. Это танцующая крапива. Разве? У меня ведьмина ничего нету. А, да, ведьмина такая спина. Звездочная, желтая. Нет, такой да, как обманчик. Да, что, давай тогда сходим в город, попробуем полечиться, действительно. Так. Да, пойдем. Потому что, судя по единичке, она имеет следующие фазы. Будет двойка, тройка. Да, накапливается, то есть будет расти. Сейчас, пошли. Подожди, в город Чапул. Подойдите, наверное, сюда, вот, где я метку поставил. Я вас затяну на плот. Так. И что? И на плоту поплыву к городу. Ну, чтобы избегать всех этих. Кого? Мы быстренько доберемся сейчас до Тезатлана. Ну, давай, шесть ладно. Ты там, главное, плот не потопи.
О, проверь. Угу. Вылечит тебя или нет? Ну, тебя отдохнуть все равно надо. Мне, да, я по-любому в город зайду. Что, ты сейчас можешь ее использовать или только на свой ход? Только на свой. А. Так, купить ведьмину отраву или... Отдохни. Услуги... Благословение снимает все проклятия. 32, а трава чуть дороже. По-моему. А трава 42. Да, сейчас... Выбери просто отдых и полечись. Нет, проклятие снимает только благословение. Целитель лечит от недугов. Я так понимаю, это проклятие. Ну, или да, недуг. Да. Ладно, скорее всего, проклятие. Вопрос. Итак, благословение. Ничего не случилось. Класс, не помогло. А у меня и денег нет больше ни на что. Леша, как придешь, поделишься. Говорю же, отдохни просто. Я не могу, мне не за что. Я могу траву купить. Мне вообще не за что. Отдых 16 стоит, ни одной монетки не хватает. А продай что-нибудь, или тебе займет? А, точно. Так, где тут квестовые предметы? Душу. Душу. Крапиву продать. Ну, короче, в гайдах пока про эту лихорадку еще не указано. Видимо, не так часто сталкивались. Как лечить, неизвестно. Прими сразу эту ведьмину. Не помогло. Черушки. Короче, ребят, это... Попробуй тогда... Да. Который не благословение, а недуги снимает. Так, 32. Так, Алексей, ой, Кармыч, ты к целителю, да, подходил? Я подходил, который благословение. Понимаешь, все про... это, да, это не проклятие же. Проклятия не таким синеньким отображаются. Когда это вот недуг, интеллект... попробуй вылечить. Это недуг, скорее всего. Не помогло. Капец, как ее снимать? Что ты сделал? Целитель вылечил? Угу. Я тебе дал на него как раз. Монет? Отлично. Угу. Какие-то могилы грабит. Щит раскопал. Тебе тоже нашел. В порядке вещей, я бы сказал. Все для Кармыча. Том Райдер устроил тут. Госпитальер. Хотя, подожди, шапка же дает мне поиск трав. Пойду сейчас это, буду тут траву туда искать. В море. Не в море, сейчас высажусь на бережочек. Так, целитель, да? Третий, да, вариант. Да, я здоров! Слава богам. Бежит в бордель. Так, ну все, теперь можно... У тебя прям вид здоровый стал. Сразу такой румяный. Блестящий, беленький. Щечки, яблочки. Угу. Щечки, ямочки на щечках. К вам подходит распорядитель борделя. Тут ваш друг был. Он сказал, вы заплатите. Вот счет на 300 монет. Или отрабатывайте по нашей специальности. Получен жизненный опыт. Да, короче, вам нужно сюда подойти. И третья фаза этой болезни. И третий уровень лихорадки хаос. Ну и сифилис. Ну и сифилис добавок. Уж вечерело. Смеркалось. Сисяндры наминаем. Мы лечились от смертельной болезни, передающейся половым путем. Давай, втягивай нас. И пошли тонуть. Это опасное приключение, да? Так, где моя супер шапочка?
Корабль торговца. У тебя сейчас массовый хил что дает? Посох? Пока шапочка и другой посох. Но я пока не беру, мы же сейчас не будем ни в какие путешествия в долгие такие ввязываться. Мы сейчас собираемся переплывать, это море. Не, ну с одним врагом-то мы подеремся нормально, как бы будет. Это последняя фраза в этой игре. Я же не говорю, что мы там пойдем в пещеру. Смотреть товары. Свиток видения, кстати, есть. Нафиг он нужен пока. Сияющая подвеска, 3 таланта дает. Мы же покупим на новое судно, а то эти 4 хп. Есть булава, 20 урон физического. 3 силы нужно, 3 дайса силы. Одиночная цель. Урона. Ну блин, это хорошая оружка. 10 урона и оглушение. 2 атаки у него есть. Купи свиток видения. Купи булаву. И отложи на новый корабль вообще-то. Не, ну булава, не знаю, она не пробивает просто броню. У тебя там меч хороший, он кровотечение и броню пронизывает. Че ты тогда предлагал? У тебя тем более за 2, да. Просто свиток купим. Кстати, я вижу, святилище торчит. Да. Плюс 10 маг здоровья. Мне надо взять. Да, а то тебе еще. Я еще ни разу не брал, и я самый хилый. Мы Почему? Будем выходить в морскую пещеру 6 уровня или пока нет? Нет! Конечно, зайдем. На 20 минут. Да, вошли и вышли. Так поплыли вниз. А вот стой, вот какая-то записка в бутылке. Давайте сюда. Записка в бутылке. Так, это у нас на глаз. Может... Да давай, ничего сложного-то не будет. Мы либо ничего не получим, либо получим. Я прямо... Давай. Доктор Разве... Джонс. Что, сразу возьмем? Или по... Да? Не, просто думай, может быть, вероятность нахождения клада зависит от того, где мы ее раскроем. Просто если мы сейчас раскроем, он появится, допустим, вот это возле Тезатуланы, плыть обратно. Давайте приплывем и откроем. Ну давай, попробуем. Корабль-грабитель. Драться будем с ними? Ну, можно, да, давай. Давай. Нам надо до 5-го дойти уровня, потому что внизу уже все 5-го. Гадский пират. Засада. Просто сражение, не надо засаду. Почему? Ну, их все равно 3 же будет. А, ну да, я не учел, что они очень скоростные, да? Ты что-то не учел, это абсолютно нормально. Так, 32, 31, 31. Кровотечение накладывай на кого-нибудь. Окей. Да вы же можете и так их убить своими мега-дамагами. Я нет, это кот, наверное, может их ваншотить. Если у тебя там сильный урон, ваншотни у того с 24. Ну, 24, да, я могу спокойно ваншотнуть. Он забрал мой бурбу, запасы Хильдебранта. Скрытый алкоголик. Так, если кто-то после битвы заберет мой бурбон, я, блин, я его выброшу за борт. Как же я бесполезен. Ничего, найдем мы тебе нормальную оружку. Даже не думай. Моя прелесть. Тихо. На продажу все. Опа. Вот что-то интересное. 20 эхо-взрыв. Ну там дофига выкидывать, 5 нужно. 5 дайсов, да. Сложно в обращении посох. И он двуручный, он... Возьми, может, потом как-нибудь применишь или продашь его к чертям.
Тебе нужно какую-нибудь одиночную цель найти, с кем мы хотим подраться, и... какого-нибудь вот негодяя, допустим. Негодяй. Ну да, Макс, здоровье – хорошая вещь. Как я стрекотнул к нему. Просто корабль даже еще не пришвартовался, уже прыгнул за борт, поплыл быстрее, бежи. Так, ну да. Из пушечки с собой стрельнул. Да. Просто вот то, что у меня магический урон 11 у моего жезла, выливается в то, что я дамаг по 30 наношу. Интересно, что я с этим посох мага буду творить. Так, сейчас одень, пожалуйста, что-нибудь на хил, потому что я уже наполовину себя плохо чувствую. Ладно, ладно. Переодеваюсь в монаха. Легким движением руки агроном, хотел сказать, астроном превращается в госпитальер. Негодяй! Вас двое. Ой, нас двое. Это ограбление. Оглушаю его. Класс. Мы разнервничались. Улетел в предыдущую локацию. В джунгли. Все, нету ходов. Над нами ведьма там лайсирует. Надо их загасить. Этот-то? Угу. Давай. Сейчас как раз кармыш нас втянет, пойди должен. Идем в лагерь, да? В лагерь, идем, да. На карнавал можно сходить. А у нас там нет. Билет этого. Нужен. Билет нужен, да. Летучая мышь ходит. Давай оглушить. Так, я попробую ее ваншотнуть. А щелкая сверху на шкалу, непонятно, как вычислить одну из двух ведьм, да, например, которая следующая ходит? Нет, понятно, вот, ходит, которая сейчас вот, следующая, которая в центре стоит и находится. А, это вот этот вот... Это когда врага переключаешь, там будет переключаться. Видишь? А, все, я понял, шарикчик. Да. Просто хотел оглушить ее. В данном случае не важно, но потом может быть важно. Двадцать восемь стандартная атака, 28 урона всплеска и 39 повышенный урон. И с пониженным шансом попасть. Да. АУЕш не может? Ну да, я попробую АУЕш. Косые бабки. Добивает 25, которые... У меня урона не хватит. Красиво, красиво раскидали. Ну, он уже это годами отработанный удар коленом в лицо. Женщинам. Да. Именно женщинам. Там есть кнопочка доля, если чё. Дуля! Кот себе забрал опять все деньги. Так. А, у меня ноль, наверное. У него специальная модификация, там только одна кнопка. Хаста. Нам в Зидне нужно идти. Пустыни, ледяные големы, это очень интересно. Чувствую себя как рыбы в воде. Угу. Ирония разрабов, наверное. Есть такое. Кстати, будем кого-то тут пинать в радиусе или сразу в Зине пойдем? Давай сначала в город пойдем, а там посмотрим.
Посмотрим еще на лавку товаров. 4 часа. Выбираем. Не, я понимаю, да, для людей, у которых мало денег, как бы нет времени, мало товаров. Тебе сказать, почему у нас мало денег? Вообще неинтересно. Это ваши проблемы. Ваши проблемы. О, я вас жду. Королева Розамон написала мне письмо и обо всем рассказала. Не могу его прочесть, потерял очки. Заставить правителя расстаться с реликвией из коллекции будет трудно, но не невозможно. Подмигивает, показывает на кровать. Гладиаторские бои – его любимый спорт. Он издал указ, согласно которому тот, кто победит чемпиона, может требовать чего угодно. Показывает на кровать. Продолжает указывать на кровать. Если хотите сражаться в столице, то вам нужно заработать себе имя на арене в провинции. А если получите официальное письмо с приглашением в лигу, то сможете биться на любой арене. Показывает на кровать. Тут можно после каждого предложения на кровать. Какой озабоченный Баку. Вам повезло, рядом в лагере живут бойцы, у них есть значок, может, возьмете взаймы? Значок профиля. Ну, я, собственно, поздороваться, космический привет. Привет, привет, Сарадос. Привет. Как ваши делишки? Неплохо. За королевим. За королевим. Ну кто там? Кто там, жмите? А, господи, я опять уснул. Походу, на кровать он не зря показывал. Так, что у нас тут? Лёха на кровать понял, как поспать можно. Все, бузбородка. I'm out. Вот как надо затариваться. У тебя же там всякая хрень в инвентаре валяется. Продавай. Плащ рыбака у тебя вот там вот есть. Ты посмотри там нам какие-нибудь оружки с Лёшей. Лёша да, особенно. Скиньте, что там продать нужно. Сразу все продам одним заходом. Сейчас. Там я все равно зайду, мне лечиться надо. Да я ж полечу, я ж в чипце-то не просто ж так. Ну так башбородку тратить. А так я скину там полтора десятка монет и все. Лёш, давай плащ рыбака продам. Слушай, здесь рапира есть, я ее не увидел. Рапира на талант. Не так прям, чтоб круче сильно, но игнорирование брони есть. Ну, не урон, 19. Уклонение, крит шанс 15. И 25 урона противнику, типа бронированный. То есть у людей с броней ты еще урон будешь больше наносить. Так-то хорошая вещь. Купи, Леша, рапиру. Сейчас купим, конечно, чтоб он... А тут что он как лох, да? Так. Он не лох, он басист. Что, одно и то же. Так, Кармыч, тебе нужен железный баклер, который одну броню дает, одно сопротивление и 5 уклонения? У тебя щит круче, нет? Так, у меня баклер на 4 уклонения, да. Так, значит, оставляю. Оставляю, продает. Ладно, спринт. Это все мирское, мирское, это тоже мирское. Так я на минуточку отойду. Так, у нас что есть? Сапфировый меч, Кармыч. Одноручный. Рапиру сначала, Леша, возьми. Нет, это задание. Он хрупкий. И невозможно фокус применить. Но у него всего лишь одна атака и 40 урона физического. Давай. Можно будет порофлить. Это задание, в принципе. Ага. Принимай, да, такое задание? Да, принимай. Я его сломаю в следующей битве. Ну, тут недалеко идти он. Это что показывает? А, надо взять груз и отвезти, понятно. Ну, тоже недалеко. Кармыч, я что хотел спросить, давненько уже. Вот этот вот твой
разговор насчет фэнтези, фантастики, он вообще... Откуда его уши торчат? У меня жена с дочкой обсуждали это. Дочка очень много читает. Подняли эту тему. Мы с ними много общались на эту тему. И я решил еще и у хлопцев в Стиме спросить. Довольно интересно было поучаствовать. Да. Так, а рапир... мы все тут увлекаемся фантастикой в том или ином формате. Так как ко мне да, любой геймер, наверное, который увлекается играми, от этого просто не может отойти. Ну, мне кажется, это вне плоскости игр лежит, потому что... Одни из моих любимейших вещей, ну понятно, что я 15 лет «Звездными войнами» занимаюсь, это все-таки научная фантастика, мне кажется. Но тем не менее, не так давно я прочитал книгу, автор Глен Кук, 10-томник, называется «Хроники черного отряда», это Dark Fantasy. Я Очень знаю. На... Читал, да? Это стало чуть ли не моей самой любимой книгой вообще. Как можно было 10 книг написать и нигде не провиснуть? Это пиздец, мне очень понравилось. Поэтому, как бы, вот это фэнтези, там, это фантастика. То есть, ну, какие-то, ну, какое-то, какое-то понятие есть. Я туточки. Так, чё, Алексей, смотри, я тебе покупаю рапиру, ты же будешь правильно ее юзать? Будет. Ты покупай, а там разберемся. Ну, смотрите, есть жезл льда. Он бери, если тебе надо. 15 монет нужно, скиньте 15 монет. А, вот зачем ты говоришь, сейчас скину. А, он нет, мне на отдых надо. Сначала. Леха, скидывай, мне отдохнуть надо у целителя. Так, я сейчас Лехе рапиру скидываю. Так, подожди, вот а вы как... Я тоже туда шел. А вы как стоите? На ту же улицу. Друг за другом, да? Сейчас, подожди. Сейчас мы, смотри, хитрый этот... Это, передай карму еще щит, перекинь. А, тут новые байки вышли. Ваши вчерашние. Посмотри, там ролик классный получился. А ты, Кармыч, мне свой щит кинь. Так, сейчас. Через Алексея. Железный баклер одеваю. Костяной передаю сразу тебе. Так, экипировать. Если куплю, да, этот жезл льда. Он одиночной цели, но он это поточнее и замораживает. Кстати, заморозка там повышает урон входящий по врагам. Господи, такая у меня эта фея. Пошли уже, фея. Сейчас, проблем. Так, исцеляющий жезл оставляю. Все. Все, говорит, у меня как таймлапс за окном. День-ночь. Как в магазине. Так, мы сначала пойдем выполнять побочку. Да, бухта искателя приключений. По пути можно булыжника завалить? Там у кого ачивки нет на булыжника? Меня. Я забыл полечиться, да что ж такое? Да в бою полечу тебя. Ты сейчас запнешься вообще, можешь не лечиться. А, ну да, кстати. Главное выжить. В бою с этим булыжником. Так. Ты куда-то не туда пошел. Не, все правильно, все правильно. Нам вот сюда надо. Или вы хотите песчаного булыжника валить? О, спасибо большое. Классненько получилось. А там ты не пройдешь. Почему? Нет прохода вообще. Только вплавь. Да. Да, точно. Ладно. Все, может, получится затянуть. Сила солнца стала лишь немного мощнее, но обстановка может быстро измениться к худшему. Прошу вас, выполните свою задачу. Вот я же говорил, что нужно. А смотри, скверна, она все равно в это появится, дедок. Ну, появится, но позже. Позже. Как и парад планет тоже позже появится все равно. Так, что я делал? А. Так, коробочка.
Это важно. Баночка с землицей, баночка. Давай в темную пещеру зайдем по пути. Алексея красапнем тоже. Блин, я зашел в бухту искателей приключений и не могу ее закрыть. Нет, блин, крестика, чтобы закрыть. А что делать? А выйти нажми, нет? Или нет, выйти. Escape нажимаю, ничего не происходит. Трындец. Сейчас мы тебя затянем в пещеру. Так я не могу вход завершить. А, нет, стоп. Да, не могу завершить ход. А делит нажми или там что? Завершение хода. Ничего не работает. Трындец. У меня сейчас такое было, кстати. Мне удалось решить проблему. Это что, давайте, может... Ну, можно перезапустить просто. Да, перезапустить. А инвентарь открывается? Так. Инвентарь, да. Вот у инвентаря крестик есть закрыт, а тут нету в бухте. Нахрен я зашел в эти услуги, блин. Слушай, подожди, а может тебе коробочку открыть, если это, конечно, возможно? Коробочка. Закрытая коробочка. Не могу открыть, нет опции такой. Блин. Шок, наверное, выходи, я не могу закрыть тут ничего. Ну да, давай перейдем. Перезапустим сейчас. Создал. Ага. Здорово, бандиты. Здорово. Здорово. Хаюшки. Вы все For the King мучаете? Да. Мы только начали. Уже один баг словили. Какой баг? Не смогли сейчас ход завершить. После квестового предмета. Все будет забавно, если будет то же самое. Мертвый путешественник. О, ух ты, это... ух ты, ух ты. Вместо скорости себе взять. Да, живучесть, макс здоровья. Живучесть так-то лучше Лёхи, наверное. У него меньше всего жизни. А, без проблем отдадим. Так, коробку забрал. В товар я не буду заходить. У него... У меня восстановление тела. Здоровья. Так там так... тоже восстановление здоровья, только оно покруче. У тебя... этот бронзовый, а там он серебряную подвеску нашел. Он 4 жизни восстанавливает и плюс 8 к живучести дает. Короче, подходи ко мне, я тебе отдам. А ты ему, Лёх, свою может, да, подвеску отдать на восстановление жизни. Короче, мы когда играли, мы основную кампанию на харде, знаете, как прошли? Мы взяли лучницу, дровосека и травницу. Ну, классика я прям. Чего? Прям классика. Так ты, ну, куда, да, пошел? Да, да, да. По-моему, потом только ввели новые классы. Монахи, что-то, блядь, еще. А что, мы не идем в темную пещеру, разве? Нет. Амулетами обменяйтесь. Выйди, встань на одной клетке со мной. Сейчас. Так, где он, как он называется? Ага. Ослепительный кулон. Так, одевай, а свой отдавай мне. Янтарное сердце отдавай, да, Акарам еще. Но это не восстановление, здесь просто живучесть. У меня восстановление здоровья ежеходное. Тогда возвращай. Ну ладно, тогда сейчас... Посмотри, у тебя просто 72 жизни, даже с этим... Ну и что? Ну ладно, смотри как. Сейчас тогда Кармыч будет слепительным кулоном. Ну что, погнали в пещеру? Не-не, я хочу коробку отнести сюда, вот и получить квест выполнить. Ну давай, да. Так, меня зовут Питающий, ну давайте пока. Давай, пока. Кам. Прежде чем мы это сделаем, мы уничтожим големов. Мы уничтожим големов? Конечно. Ой.
это не ледяные. Это уже не небольшие. Да, это уже среднего размера. Среднего размера, да. Стандартные ледяные големы. Блин, самый обычный. Я не кипировал рапиру, ёкарный. Так сейчас экипируй. Так у тебя даже у тебя рапира в руках. Что ж не экипировал рапиру? С рапиры стоит такой, что я не экипировал рапиру. Давай, маши своей с рапирой. Ну покажи, что умеешь. О, наконец-то хороший урон. Так, игнорировать. Если рапира, тебе, наверное, щит можно тоже взять будет. У тебя же одноручная получается рапира-то. Ну, кстати, да. Ему надо будет щит одеть. Есть свободный? Свободный, к сожалению, продали уже. Ну, все продали. Да найдем, кот какую-нибудь могилу раскопает, там отличные щиты. Как новое. Нет, пожалуйста. Коту на лапу прищемил. Медведь на ухо, голем на ухо наступил. Хорошо, что он не бард. Да. Слушайте, мы же вообще сейчас раскатываем. Не было бы у нас пронзания, мы бы сейчас их ковыряли. Ну да, кстати, у них очень хорошая броня. А дайте мне... О, это двуручное. Нужно? Нет? Давай, буду таскать с собой. Может, как-нибудь сменю на него. Очень сильное. Так, кому лотус? У меня есть один. Мне тоже. Давайте. Да. Дайте мне эту. Там не крапива, а как она? Коренья. Фокус установить. Коренья. У кого там лишний есть? Лёх, у тебя есть, по-моему. Золотой корень. Так, мне бы тоже восстановить. А еще ты можешь мне дать коренье ученого. Могу, но не буду. Я бы их выкурил и повысил бы свой уровень. 50 экспы, что ли, дают? Ну, не 50, но... Ты был бы близок, да? Я лучше сам их сейчас курю. Ну, у тебя уже уровень поднят, тебе ничего не дадут. Сапфировый меч! Ну а что, кстати? Сломаю его сейчас. Побочный бизнес получили, ачив. Так, ну что теперь? Можем пойти на основное задание, ну рядом со мной, или в пещеру? В пещеру. Да, в пещеру, да. Качнемся. Так я делал. Не, подожди, давай основное здание. Мы сейчас уберем этот парад планет, уберем. Ну да, кстати, нам бы убрать. А потом можно и в пещеру добежать. Тем более, он сейчас дождь пошел, сейчас ходы будут. Вообще, это нам куда? В лагерь грабителей? Да, да. Пустыня, дождь идет. Кто-то другой уже осветился там святилище. Нет. Не трожь мое святилище. И не раскапывай тут ничего. Так, лагерь. Гремучая змея, грабитель, малый голем. Начнем прокапываться потихоньку. Так. Давайте, может, лучше засаду устроим. Ну, давай. Конечно. Сейчас я, секунду. Сейчас, подождите. Такой подошел, сейчас. Схалаю травы. Обратно отошел. А, тут нет, одна нет, атака нет. И фокус нельзя использовать, но сильная. Пока, змея. Ох. Короче, это до первого этого промаха. Да, а промах получить очень легко. Просто выбросить неудачный дайс и все. Так, магическое это мне все.
Ну, конечно же. Я же маг. Нападай, наверное, сразу на лагерь? Или ты хочешь зачистить всех этих? Не, не хочу. Так, погоди, Лёш, не втягиваем. А, точно. Сейчас Лёш, Лёх как раз втянет нас. В очередную авантюру. Не, не втяну. У меня что-то с очками передвижения вообще беда. Из дождя ноги вязнут в песке. В принципе, две всего. Нет, вы не получите приглашений в наш лиг. Скорее, ребят, сейчас это дурачье на пол вымоет своей кровь. Тут надо было Ксардосу озвучивать. По их это. Идеально оглушение. Так, ну что? Кто вам не нравится? Мужчина, женщина? С физической броней вали. У тебя урон же магический. Ну, 66. Рекорд на эту партию. Неплохо. Это из-за скверны еще урон повышен уже. Да не настолько же. Как он его рассек просто с разворота. Ух ты. Приглашение в лигу. В Лигу Справедливости. Так. Так. Ну такое, наверное, никому не надо, да? Ну да, продадим. На продажу все. Валенки с прошлого. Отлично! Вы показали этим уродцам, что такое настоящее унижение. Заодно и приглашение получили. А теперь идите на арену и надерите кого-нибудь. Местная арена. Можно в Хасту забежать в город. Тут Зини рядом. Не, а в Хасте же мы не были, там квест какой-нибудь возьмем еще. Там кот еще не выбирал все шмотки. Ну можно. Fashion Week Хаста. Fashion Week Хаста. И это тоже. В Хасту идем, да? Да, в Хасту. Там квест можно какой-нибудь взять, посмотреть. Может, какой-нибудь предмет хороший или о. Колодец желаний. Кучку дуг. Да хватит, что ты творишь? Ты 30 монеток кинул всего. Так, какая да, боль была сейчас в этом крике. Что ты творишь, господи? Минус 16, минус 16. Просто бросает и бросает туда монеты. Сейчас я думал, может, ты это не замечаешь, что они у тебя тратятся. Ну, уклонение или фокус, по-любому. Фокус, да, у меня очень фокус. Низкий. Так, предметом нам предлагают... О, скимитар это мне. На 24 урона меч. 3 дайса. Золото 120. 120. Железный 120. Баклер, если 38 монет. Так, ну я возьму на меч, если вы не против. Ну, возьми. Так. Что продают? А, у меня денег нету, ясно. У тебя этот, секира есть, в принципе. Я не знаю, будешь продавать ее? Так, сейчас посмотрим. Она много этих дайсов требует. А, у меня же карта сокровища. Где сокровища? А, я тут не могу использовать. Наверное, надо выйти. Меч, секира. Нет, я их оставляю. Тут и другой. Ну, теперь можно что-то взять. Лучше отдохнуть.
шопинг. О, со щитом. Щит к уклонению, это круто. Какая-то лютая лютня продается. Лютая лютня? Лютая лютня. Восстановление, дружеский выбор, исцеление. И слоновой кости, которая? Да. Не понимаю, что это значит. Исцеление, дружеский выбор. Ну, это снимание от этих вот окаменелостей, то, что проклятие нас снимает. Негативное состояние. Или там было лечение? Она снимает, рассеивает магию у врагов. Правда, урон очень низкий. Исцеление, исцеление, да, называется. Ну хрень она, конечно, стоит дорого. И тем более ты уже баклер себе купил. Вот заходи, я тебе скину, что у меня есть. Возьми там башбородок. Дружеский выбор, но это хрень, конечно, жезл не на группу. Вот если бы на группу работала. Так, потрепанный воротник продаю. Гриб из пещеры, он вообще что он дает нам? Типа отравление, но и от смерти спасает тебя. Да. По-моему, да. Ну ладно. Вдруг рано или поздно пригодится. Так, Леха, я могу еще одну башбородку купить, если ты мне монет скинешь. Давай. Нужно 6 монеток. Бери, бери. У нас башбородки улетают в пирожки. Да. Так. О, смотрю, у Кармыча все эти квестовые предметы. Держи деревянную тоже релик. Таскай все с собой. Безделушки, реликвии. Не знаю, где их таскаю, у меня вообще сундука нет. Документ по делу. Между, да, ребрами, наверное. Ну да, как раз там. Так. К лагерю мародеров, да? Да. Портал открыл? Угу. 9 ходов красный действует. Рядышком. И в лагерь мародеров забежим. Слушай, а мы не можем в него попасть. Мы в лагерь можем попасть вот с этой, наверное, стороны. Вот где птица появилась. Так, ну, нет, вот же есть проход. Где? Покажи. А, вот, да, точно. Вот, да. Да, не увидел. Заходите в портал, убиваем этого грабителя. Хера себе, птичка. Мага. Рух. Ух. Не-не, подожди, Алексея. Понял. Там птичка. Дай. Через засаду. Вау! Как она рада нас видеть. Она изменит свое мнение. Вообще моментально просто порезал. 6 опыта, конечно, да. Кетка с жогом. Бодрение. Может понадобится. Наверное, на высоких сложностях вот эти вещи все собирают и не продают. В зависимости от противника, да, держат. Экипируют под каждого врага. Как там такой какой-то тролль потерялся. Где? Он исчез уже только что. А. Оп! Песчаная буря.
Вообще не круто. Только фокус растрачиваешь. Так. Ну тут засада не нужна, это скорее всего тоже мародеры там. Ну это в лагере, да, два человека будут. Мародеры, пустынники. Вот это у них физическая броня, конечно, сильная. Класс. Нормуль. Да. Ты видел, ты видел. Второй удар. Это же второй его удар был, да? Третий. Но она еще долго продержалась. Обычно первый, да? И это награда за квест. Удар кулаком. Да не. А как? Я же это было. Выбросил идеальный декод. Лечись, если ты не сдохнешь от кровотечения. Ты убей. Ты... Чай, я его укокошу, и кот апнется. Ну или так. Вы же его укокошите? Может быть. Фух, пронесло. О, скиметар, смотри. Одноручный, в отличие от секиры. Греча. Да вместо секиры бери лучше. О, классная вещь, коту. Колдовская шляпа. Он все равно не сможет ее носить, потому что можно носить чипец. Чипец навсегда. Нет, ты посмотри на него. Так, мне надо щит одеть. Метар, хорошая вещь. Так, теперь вам, хлопцы, наверное, полечиться надо в Зине. И идем на арену, которая как раз рядом. Такие все с наручными ходим. Да, кстати, мне барахло надо скинуть, всякие сабли. Которые ты еще не разбил, да? Которые еще целые. Так. А что там нужно? Постоялый двор, да? Ну, можешь самую дешевую взять. Он тебе чуть-чуть фокуса даст и хп восстановит. Хп нормально так восстановил. Господи. Давай драться. Не зря ж мы полечились только что. Да, вовремя. Красавчик. Рапира тебе идет больше, чем лютня. Кровотечение. Да уж, лютня расстроенная. Хлам была. Стандартная. Ну ничего себе стандартное. Так это он с броней вообще там 50 был. Да. Сопротивление урона 50. Достойная награда. Сейчас вещи скину. С
скрытый ачивл дополнение в далекой галактике. Звездочка нарисована. Наверное, использовать способность этого астролога или астронома. Нет, ну у меня, например, нету. Я не знаю, что это. Где-то, наверное, может найти, нужно какой-то квест сделать. А чего скрытые, поэтому объяснений нету. Да, писать. Объяснений нету. Ненавижу змеи есть. И фиолетовая змея нарисована. Ну, это змеи, змеи, короче, валют. Это скрытые тоже, да, или нет? Они все скрытые. Пол — это лава. И нарисован вот этот вот квестовый шарик, который нам постоянно демонстрирует. Она сюжетная. Обычно скрытые, они, как правило, сюжетно идут. Сокровища. Ой, это ты карту применил, да? Да. А, вот смотри, а так бы на корабле бы за ней это катались. Угу. Да, мне все-таки кажется, что он просто спавнится недалеко от отряда. Ну да. Даже не от отряда, от тебя, да. Кто карту читает. Мы сейчас арену, пещеру, сундук. Можно сюда вот зайти еще потом будет. Проверить себя, найти что-нибудь в пещере. Что, мы там втроем помещаемся, нет? Да. Валерий Фонарь. Приветствуем всех и каждого. Вот и новые претенденты. Надеюсь, они продержатся дольше, чем предшественники. Да начнется битва. You, fight! You are next. It has begun. Вот он какая, смотрите. Your soul is mine. Древесный волк такой слабый вообще. Ну это ж первая волна. Древесный пантера, питомец волк. Так, ага. Наверное, лучше пантеру, она посильнее, думаю, да, будет. 2 хп, конечно, вали ее. Ну я к тому, что у него 6 уровень, у него урон сильнее будет в любом случае, чем у волка. Пять боев у нас. Только посмотрите, они выжили! Но ведь это была только первая битва. Целься лучше, змея. Целься лучше, грабитель. Грабителя вали, он же украл. А, не, он промахнулся. Что-то она сделала. Змея отвлекает, да. Да. Один дайс забрала. А змея тоже сказала, целься лучше. Так. Таких змеек раньше не было, да? По-моему, нет. Это как гремучая, на гремучая. Нет. А, ты имеешь в виду... В предыдущих играх, да, не было. Блин, там большой редкий урон. Съешьте траву против кровотечения. Сейчас убьем их, и кровотечение спадет, по идее. Но у нас это не... Это же вторая волна еще. Да, будет еще драка. Ну, сейчас кушаем, да. Так, а это что за трава от кровотечения? А вот красная, по-моему. Женьшень. А, женьшень, точно. Так, сколько у него? 40. С восточным скимитаром такой, да. Классный меч, кстати. О, магический, призрачный риска. Сабля, то есть. Типа. О, давай, видение. Хорошая вещь. Все, короче, кстати, пропал. Нормально он. Вот это зрелище! Если претенденты продолжат в том же духе, у них появится шанс выжить. Очень маленький шанс. Теперь точно как-то... Как-то тряханул. Да что же пантеры на скелета арятся? Ну кости же все-таки. А кости, точно! Lovely bones. Россия. Она так приуныла в позе. А. Вот это было здорово!
Что думаете, хотите посмотреть еще один бой этих претендентов? Я думаю, хотите. О, ну, вот эти кого? Были, только они в другой одежде были. Тикаем. 2 по 135 с физической броней. Кот их размотает, я думаю. Да, вы в сторонке постойте, ребят, я справлюсь, да? Я пронзаю, так что... Красавчик. Главное лечить сейчас. Может, тебе, Кармыч, вышбородку скурить? Может, ты нас пал... А, в принципе... Я лучше удар нанесу. Давай. Ну да. Потому что сейчас как кританут тебя. Мое исцеление-то оно это же... Как вместо удара будет засчитываться. Может, применим какие-нибудь морозные сферы? Давай, плюс 10 брони. Давай. А то что копить до конца? То можно с ними и в могилку отправиться. Старайся лучше, Бизон, Тавр, Гладиатор. Ой, я чувствую кровь. Я чую кроватку. По замороженным урон, да, больше, хорошо. Осел. Так, ну что ты? А, иммунитет к глушению, да, у него? О, отлично. И подморозил еще его. Сарестина. Ослабление атаки. Ослабь вот это! Почему дайсы синими становятся под конец? Что это за эффект? Фигу. Это ослабленная атака, скорее. А, точно. По-моему, было и до этого. Нужны кому сапоги скороходы? Нет. Дай посмотреть. Ну, не так себе. У меня посильнее броня будет у них. Они просто скорость дают. Да. Либо в этом деле происходит. А, нет. Либо это в самом деле происходит. Либо я гадючая тетка. Претенденты справились. Гадючая тетка, да. Ну, медаль. Ну, медаль дали. Это мне надо. Дайте мне медаль, я ее заслужил. Ну, я ее заслужил. А не вы. Хотя физический урон плюс 2. Это меняет на максимальное здоровье и живучесть. Даже не знаю. Я лучше дрался. Ну, Алексей, у него три жизни всего восстановит. Можно, кстати, Алексею ее дать. Кого? Медаль? Да, золотую. Держите. Потому что... Только ты выкинул ее, да? Сейчас на зуб попробую. К черту вашу награду. Что золото выбросил в море? То есть... А подожди, Алексей разве... Лёша взял, он отдал мне, я отдал тебе, а ты выбросил в море. А у Лёши я что-то не... Попробовал на зуб его такой. Да, это же не золото. И выкинул. Все да, такие, у меня нет монет. Блин, это же было золото, да? Ну ладно. Ну ладно, хрен с ним. Все лучше. На удачу выкинули. Пошли. На удачу. Там надо сундук взять рядом. Сундук, пещеру, сначала, да. Но я бы все равно ее, скорее всего, не стал экипировать. Кот, дай мне одну башбородку, пожалуйста. Сейчас. Молчание на 5 минут. Варианты отмазок, думает. Благодарю. Да сундук же ж! А сундук будет нам наградой. Только не выброси ее, пожалуйста. Хорошо. Я просто что-то не видел реально, что Лёхе предлагали. Я сначала думал, только с Кармыча начали. Начинается, смотри, блин. Смотри, уклонист какой. Ты ж полечи. Потому что ты сам полудохлый. Я полечу, да. Так, кого бить-то? Бам. Колдунов. Физический урон. С мага зверя начни. Этот зараженный ублюдок может сейчас нас заразить. Я вот что-то думаю. Давай с него. Там.
Тем более, что они уже походили. Блин, офигеть. Класс. Давай, кот, ты должен. Я должен полечить. Да, он должен полечить. Гниль джунглей, да, у меня, блин, это супер болезнь. Какая-то жесткая, жесткая битва-то. Да, блин, вообще. Для этого уровня. О, да, я могу. Капец, что творится. По бороде попал. Намотал на рапиру бороду. Как в этом. Вот это сокровище. Уклонист, ты посмотри, а. Маг-зверь уклонист. Забавно, что эта болезнь дает плюс к уклонению. Да? А, да, плюс 5%. Ой, лечение! Ой, лечение! Самое интересное, что кот может не успеть нас полечить. То есть меня. Сам полечись. Съешь бородку. Кстати, надо полечиться. Или нет, или съешь этот цветок. Лотос. Лотос, сейчас я... А, он проклятие дает. Не, лучше бородку. Того. Терять-то все равно нечего. Сейчас бафнул все на уровень. Чтобы бафнуть на уровень, надо сначала убить. А смотри, у нас Алексей вообще уклоняется просто как не в себя. Улечи, улечи. Алексей тире умирает. Какие-то нет, жестокие очень. Вообще жесткие. Просто на нас заморозка была. На мне не было заморозки. И горение. И от горения, да. Отлично. Наконец-то хорошо ударил под конец боя, блин. Боже мой, это только первый бой. Отражение урона. Хлам. Ну, два урона, да, это, конечно, ни о чем. Мутная поначалу, бы, по, да, ну, да, мутная, поначалу да. Конечно, было бы прикольно, но сейчас уже... О, да, всех заразил, всех. Всех заразил. Чем она лечится? Надо в город идти. Городом, да, она лечится? Ты целитель или как там? Урон болезни минус 2 за ход. Опыт находим. Шлем на живучесть. Сопротивление, урон, восстановление здоровья. Урон противника типа лед. Иммунитет к заморозке. Ну да, наверное, одену. О, какой скайримский скелет. Драугр. Так, болезнь. У меня третий уровень болезни. Боже мой, ачивку мне дайте за это. Нифига себе, у меня второй. Жесть. Минус 25 максимального здоровья, зато 15 уклонений. Ты знакомый максимальный уровень. Может, сейчас говорил, надо было валить этого сейчас подозрительного зомбака. Может быть, причем да, он заразил карму, и на всех пошло. Может, интересно, есть какая-нибудь эта ачивка за достижение максимального уровня? Ну, чтобы умереть, да, от нее? Ну, конечно, умереть. Ловушечка. Ловушечка. Так, Леша, разоружай, наверное. Да, то мы все тут поляжем. Опа. И за секунду до разоружения ловушки он крикнул: «Кот, беги!» Я убежал. Так,
Так, Кармыч тоже. У меня 4 уровень, минус 31 максимальное здоровье. Класс, и драка с боссом. Ну, слава богу, тут не босс. Враги... Пошла нахуй. Блин, тот шок, конечно, да, очень. Можешь сферу какую-нибудь применить сейчас? Ну, у меня там... есть сфера брони, да. Класс. Так, потихонечку, да, надо распиливать. Тихо. Так, надо и мне что-нибудь применить. Наверное, сейчас выпью. Так, уклонение. Скорость. Уклонение и так огромное. Ром. У нас всех это болезни. А тебе нечего, ты... Хильдебранта могу жахнуть. Или ром выпить, он повысит броню. Наверное, Хильдебранта выпью. Это зря я сделал, можно вообще не пить. Только нажрался и все. Повысил урон, да. Толк. У нас шок. У нас в любом случае не будет сейчас нормальных бросков. Только для использования в бою. Звездная материя создает защитный барьер. Создает защитный барьер. Думаешь? Да ладно, мы что-то перепугались. Мы здоровые все вон. Да, в принципе, да. Два обычных. Только шок. Противника. Так, начнем кого? Мага. С колдуна начнем, да. Это ты хорошо уклонился. Да. Давай с мага тогда. Рапирь его. Блин, бухой, уже на меня. Нормально, бухлишка. Хорошо на нас не кинулся еще. Да, там убил. Что-то я понимаю, может из-за этой болезни такие частые минусы идут на броски. Прям 4 из 4 промазал. Слушай, реально, мне кажется, вообще ни одного не выкинул, только с ободрением получилось. Угу. С учетом того, что у меня еще интеллект 85, блин, высокий очень. И ничего не выкидывается. Так, сейчас сундук берем и валим в город. Так, ну, по-моему, такая есть. Уже есть такая, да? Да, забирай и продавай. Пятый уровень у кота. Минус 37 здоровья. Охренеть, блин. Так можно и дуба дать, походу. Да. Надо в город текать. Так, у меня такие уже есть. Мантия искателя на боеготовность. Это Лёша, наверное, у него боеготовность. Не, у него талант. Как раз таки талант. Талант. Рапиры, так, да. Хотя статы, конечно, крутые. 7 уклонения, 5 броня. Да, теперь мне нравится. Так, 5, 7, 5 боеготовность. Ты сам-то не хочешь надеть раф? А я вот подумываю, уклонение крутое дает вообще. А мой бахтерец только 3 силы. Да, наверное, одену. Посох на физический урон. И с этим, который высасывает ХП. Смотрите, какое у нас уклонение. Капец. Ну, угу. 43, блин. Осушение жизненной силы. Возьми, потом подумаешь. Может, попробую. Только что не забудь за хил что-нибудь. Хил у меня чипец.